С вами братья близнецы. Все, привет, здравствуйте. Меня зовут Геннадий Горин, и со мною брат Гешка. Рядом находится Гешка. Но еще у нас есть брат третий близнец. Нас от тебе трое. Братья близнецы. Трое. И Саша. Ну вот вы сейчас смотрите, и потом вы удивляетесь, что у нас роем. Почему трое? Это встреча такая. Итак, я хочу вам рассказать одну правильно встречу, как это мы увидели третьего брата близнеца. Итак, брат. Третий близнец. И вот, я и мой брат Гешка Горин, мы-то пошли гулять в город по Кудагу. Походили там мы. Походили. Потом-то мы пошли в парк. Посидели там мы в парке, погуляли. И вдруг-то мы видим в парке одного человека. Тот человек похож на нас. Мы просто удивились сами. Почему это он похож на нас? Потом это мы решили подойти через 5 минут к этому человеку. Вот это мы-то пошли. К нему и также это мы спросили, как его зовут. А он это мы, братья, просто на нас посмотрел и тоже удивился, что мы похожи на него. А зовут, вот, потом и там, он нам это сказал, его зовут Геник, Геник зовут, представляете, Геник Горин его зовут. Вот такая была встреча. Потом и там, я сказал ему, что...